Президент Путин и Лукашенко 17 июня решили немного укрепить победу над Западом и показать перспективы гражданам своих стран. Но что-то пошло не по плану. Правитель РФ, выступая на экономическом форуме, ничего нового не сказал и не предложил. Во всем виноват Запад, нужно развивать импортозамещение, а Украину еще чуть-чуть и дожмем. Кроме того, Путина наверняка огорчил президент Казахстана. Мало того, что он был единственным, кто решился принять приглашение на экономический форум в Питере, так еще и заявил, что не признает ЛДНР, назвав их квазигосударствами. Кроме того, он ясно дал понять, что не горит желанием помогать РФ в войне с Украиной. Такаев при этом подчеркнул, что во время попытки государственного переворота в Казахстане стране помогла не Россия, а ОДКБ. И то, по словам казахского президента, силы ОДКБ спешно ретировались. Раздосадованный Путин немногим позже или из-за обиды на Такаева, или из-за старости не смог полностью произнести имя своего коллеги. Вместо этого он выдал нечленораздельную фразу, на которую Такаев лишь удивленно обернулся. Зато у Лукашенко в Бобруйске было весело, когда он выступал перед рабочим одного из заводов по производству шин. Почему для проведения выступления Лукашенко была выбрана хронически обанкротившаяся Белшина, остается загадкой. Город, жители которого работают на нескольких разорившихся предприятиях, даже Бобруйско-Громаш или мясокомбинат Нездоровы, не был готов услышать перспективы в стиле новых Васюков. Президенту Беларуси нечего было предложить, кроме планов потерпеть и затянуть пояса еще на несколько лет. Попытка спекулировать на геополитических вопросах в эфире провалилась. После российских пропагандистских рассказов о недавнем визите в Киев высокопоставленных западных лидеров, Лукашенко пожаловался, что, например, британский премьер не приехал, а это означает раскол в Европе и перспективу таких переговоров на кремлевских условиях. Но вот беда. Как раз в это время в Киев прибыл премьер-министр Великобритании с очередным пакетом военной помощи, в том числе на перспективу. И стройное мировоззрение, в котором почти торжествовали два диктатора, вновь рухнули. Чтобы продемонстрировать светлое будущее Белшины, можно просто посмотреть ее бюджет за 2020 год. Цифры поражают: 191 миллион рублей долга и сокращение работников в количестве 700 человек. Это время, когда не было санкций. Сейчас, конечно, становится хуже. Это очередная фантомная фирма, у которой наблюдается отрицательный рост под предводительством крепких хозяйственников.